Сегодня сразу два детских сада номер 10 и 129 открылись в Кургане. Детский сад «Аленушка» был построен 40 лет назад. Когда его передали муниципалитету, в здании не было тепла, света и воды, протекала крыша. Специалисты отремонтировали кровлю, фасад, привели в порядок групповые комнаты и помещения хозблока. По всему периметру установили пластиковые окна, благоустроили прилегающую территорию. В садике будет 6 групп, способных принять 110 малышей. Другой детский сад «Антошка» восстановили в рекордные сроки за 3 месяца. Пока готов первый блок здания, 4 группы из 13 запланированных. Однако этого достаточно, чтобы учреждение начало функционировать. Первые воспитанники появятся здесь в январе 2012 года. Мы очень долго ждали этого момента, когда откроется детский сад. Группа очень светлая, оборудование современное, мебель яркая, очень красивая. Вообще очень уютно. Я хочу, чтобы мой ребенок сюда ходил. Мы создали для этого все условия, чтобы наши будущие детки чувствовали себя здесь как дома, по-домашнему. Мы для этого приложили вот максимум усилий. Я думаю, что да, будут чувствовать себя здесь как дома. И мамы, папы, бабушки и дедушки со спокойной душой будут давать нам своих малышей.